На театральной площади города прошел Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России», автором и художественным руководителем которого является народная артистка России Надежда Бабкина. Почему этот концерт надолго запомнится славянцам, смотрите в нашем следующем материале. Россия – огромная, многонациональная страна. Ее сила и могущество заключается в единстве проживающих здесь народов. У нас разный язык, вера, песни и танцы, но один культурный генетический код, который важно сохранить и укреплять, особенно в нынешнее непростое время. Именно с этой поистине святой миссией на протяжении вот уже 17 лет и проводится фестиваль-марафон «Песни России», позволяющий увидеть на одной сцене представителей разных народов России, приобщиться к их культуре, стать ближе и понятнее друг другу. 17 лет мы колесим по нашей огромной стране, красивой, яркой, многообразной, как люди, яркие, многообразные, со своими национальными традициями, со своей культурой, вероисповеданием. Но мы с удовольствием приезжаем и всегда чувствуем себя, что мы родня, что мы желанные, и мы это чувствуем сердцем. Что правда, что свои. А как нам быть чужими, когда живем на одной территории? В России. А вот фестиваль как раз про это. Про содружество, объединение, про наше уверование в правоте своей. Про все. Это и в песнях, это и в стихах, это и в движениях, и в подплясках. Это мы. И нам себе в этом отказывать нельзя. Иначе мы ослабнем. А все это делается для души и от души, от большого сердца. Я нам всем желаю крепости духа, уверования мощного. И помнить всегда, чьей земли мы уроженцы. И помнить, что над Россией только небо и Господь. Фестиваль-марафон – это некоммерческий проект. Он проводится на благотворительной основе. География выступлений – вся Россия. Причем не крупные города, а малочисленные и отдаленные населенные пункты. Чтобы каждый житель имел возможность прикоснуться к нашей великой многонациональной культуре и почувствовать себя единым народом. Как сказал президент, Россию надо сшивать. Творить, созидать, радоваться, любить, петь. Не забывать, что в нас сидит тот самый генетический код, который родила земля и великая наша страна. И все наши народы, которые сейчас укрепляют нашу страну. В песенном марафоне принимают участие творческие коллективы со всей страны. На одной сцене можно увидеть артистов из Северной Осетии, далекой Чукотки, Мордовии, Москвы, Кубани. Все их выступления завораживали и поражали своим колоритом. Thank you.
Обязательным условием фестиваля песен является участие в нем артиста в той территории, где он проводится. Вместе с участниками Всероссийского марафона на одной сцене выступили солистка городского дома культуры Татьяна Барашкина и славянские коллективы «Ритмы планеты» и «Самородок». Гвоздем программы, конечно же, стало исполнение песен народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Рядом с черным яром шел цыганский табор. Цыган мне на зорьке обронил слова. Знай, любовь по магии, как сильные маки. Только будет только, какой трава. Казачка Надя черта не боится. И не боится Богу с тобой. Казачка Надя станет вольной птицей. Казачка Надя, ой, родная, ой. Выступление участников песенного марафона зрители встречали бурными аплодисментами. Славянцы и гости нашего города были очень благодарны за такой замечательный музыкальный праздник. Мне очень нравится, как Бабкина выступает, как вот такие красивые девушки, такие стройные, какие костюмы красивые, как прекрасно поют. Ну, мне все нравится, очень-очень молодцы. Спасибо, что приехали к нам, порадовали наших людей. Большое спасибо. Мы в гостях в Славянске на Кубани, мы из Сургута. Мы гордимся творчеством местного вообще актеров, артистов. И слава богу, что Бабкина сюда приехала. Вот именно с таким вот настроем, который прямо крайне важен в наше время. Ну и слава богу, что молодежь слушает это. Она должна это слушать, она должна это понимать. И гордиться, то, что вот у нас такие коллективы музыкальные, шикарные просто. Мне все нравится. Вообще хорошо, что люди как-то вот сплачиваются при таком. Все-таки такое напряжение сейчас в стране. А вот это как-то расслабляет, и действительно мы чувствуем себя единым целым. Очень молодцы. Концертная программа длилась 3 часа, но они пролетели как одно мгновение. От лица жителей глава города Александр Берсенев поблагодарил артистов за такой яркий праздник. Надежда Георгиевна, от жителей города Славянска, любимого города, хочу поблагодарить вас за такой прекрасный вечер. Наши жители соскучились. Давным-давно у нас концертов не было. Хочу пожелать вам мира, добра, здоровья всем вашим коллективам. Спасибо, что вы проводите такой прекрасный фестиваль. Нам очень все нравится. Ура! Спасибо. А сюда? И сюда. И сюда. Благодарю. Ну, в целом вам фестиваль наш нравится. Завершила концертную программу песня «Слався, Русь моя», которая вместила в себя всю мощь нашей великой страны, нашу гордость и безмерную любовь к ней. Слава великим нашим воинам! Слава великим бойцам, которые сегодня находятся на передовой! Славянцы! Слава! Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».